Всем привет. Так, значит, здесь такая вот посылка на больше тянет на мото тему она. Здесь должна быть сумка на бедренное там или на бедро. Ну, короче, сейчас все увидите. Хотел давно заказать, но что-то. Блин, такая немаленькая сумочка. Что-то руки не доходили. Так-с. Ну, тут увидел, заказал один подписчик мой. Михаил. Но он, короче, посмотрит, он себя узнает. Ну и что, думаю, он заказал, чё ж я-то себе не могу, что ли, откажу себе любимому. Ну, хотел кожаную, но что-то жаба так подзадушила на кожаную. Заказал вот такую вот. Значит, такая вот сумочка. Но она не кожаная, а такая, как вам сказать, ну, влагозащитная вроде написано. Ну, посмотрим. Такой запашок, конечно, присутствует, небольшой. Кнопки это бутафория вот эти. Так, здесь кнопка. Да, вот эта кнопка функциональная, это бутафория. А, это магнит. Чик. Магнит. Дай бог, чтобы он не потерялся, конечно. Оп. Так, с чем мы имеем? Значит, здесь, ну, как же сказать-то, мягкая. И воздух будет проходить, потеть не будет. Такая сетка двойная или даже тройная сеточка. Так, хорошо. По толщине, что там она, не знаю, сколько она, конечно, проносится. Тут у нас что, это так тоже бутафория. Конечно, вот эти надо сразу выбросить и привязать паракорд или шнурки, потому что это вот будет громых. И вот об эту у меня уже есть такая сумка. Такс. Карманчик. Ну, сюда телефон влезет спокойно. Тут что у нас? Ну, здесь еще карман. Здесь уже такой. Мягкий. Значит, швы вроде все прошиты. На первый взгляд ничего не торчит нигде. Ничего не торчит. Ну, навалить в нее можно немало. Документы, ну, конечно, лишние я бы не стал валить. Так. Что тут еще показать? Ну, так довольно-таки простенько. Ремни. Сейчас одену. Да, сниму, посмотрю, что ее вертеть в руках. Посмотрю, что там как. Ну, короче, как-то так получается. Я не знаю, может, расслабить посильнее. Значит, сразу что говорю. Я как говорил, вот это вот порнуху удалять. Как кто ее клеит сюда. Вот, порнуху эту удалять. Это вот, не знаю, тоже, возможно, нахер удалю. Не нужно здесь. Ну, вот так я это, ну, просто кинул. Вот это, я не знаю, тоже будет он держать этот магнит или нет на скорости. А то придется кнопку ставить. Так, еще что. Ну и самое главное, я не знаю, посадка будет, например,
И чё, вот это вот что это такое? А так что-то попробую еще сейчас отпущу. Вот так-то. Так-то. Эти вроде неплохо держат штучки. Ну тоже я бы им не очень доверял. Обосрал всю сумку, короче. Так-то вроде держится. Ну вот это вот мне не нравится, если сюда, допустим, планшет положил. Ну, хрен его знает. Короче, в процессе эксплуатации посмотрим, что будет. А пока всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, телефон, главное, влез. Спокойно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока. Ссылка будет в описании.